Привет, зритель. А у нас тут, ой, такая тяжеленная посылка от Лёречки из Тюмени. За что и огромное спасибо. Вообще я люблю зрителей, которые любят меня и дарят мне всякие подарочки. А я вам в ответ дарю свое творчество. Сейчас мы это будем вскрывать. А как бы она пришла, уже пришла, вот, ну, сегодня уже пришла, я ее получила, но руки добрались только сейчас. У меня тут есть ножичек, который пытается заиграть кошка. Я сейчас соображу, как это делается. В смысле, как оно вскрывается. Я тебе даже покажу сейчас это. Вот, ты видишь мою руку. Я даже не буду вырезать момент, как я тут эту камеру наклоняю. Мне чего-то пришло какое-то напоминание. Ну да, ты же знаешь, что это Лёля. Лёля очень интересно вскрывает коробочки. Ну, оно стало рваться, я решила это так и вскрыть. Да, я тут отодрала бумажку с адресами моим и адресом Лёли. Потому что много знаете, плохо спите. Так. Ну да. Лёля, может тебе надо было это вскрыть как-то иначе? Кстати, хотите прикол про то, как Лёля разговаривает с телефоном, а окружающие люди любопытствуют, а потом офигевают? Идите в телегу. Узнаете много нового и интересного. И ещё более нового относительно меня, моего канала и моей внезапной любви к кухне. Иногда я сама на себе офигею. От этой своей любви к кухне. Как тебя вскрыть-то? Коробочка. Может, надо было тут где-то прорезать? Не, наверное, все-таки вскрывать надо было с этой стороны, но что-то у нас с ней пошло пока не так. Во! Так. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Ой. Принимаю комменты в комментах на тему: Лёля, ну ты вообще, как ты это вскрываешь? Но тут почему-то приклеено. Коробочка. Я уж тебя это... Как бы тебя вскрыть-то, блин? Во, я это сделала, зритель, не поверишь. Я её смогла осилить. Почему-то это выглядит... Ой, камеру трясу. Так. Будто тут это... Это дно. Тут почему-то еще коробочка. Почта России. Эй. Тут еще и бумажка. Второе АПС. И еще бумажка. Но Лёлька говорит, что напомнит все, что туда зафигачило. Ой. Так что, ой. Если что. Ну, что? Я сейчас чуть-чуть еще наклоню, чтобы ты это все увидел, зритель. Вот оно тут все. А потом я переведу камеру на себя. Так вот, так резко, внезапно. Перевела камеру на себя. Она еще слегка от меня на штативе отъехала. В общем, у нас тут пакетик замечательный. Сил, Эйвон. Мне в последнее время что-то такой напряг с пакетиками. Так что этот пакетик, спасибо, Лёлечка, мне будет очень в тему. Надо тут ножницы с ножиком достать.
А то есть у меня тут одна игрушка. Ее не смущает, что ножик острый. Так, что это у нас такое? Raven Pure для нее. Туалетная вода. Словно глоток свежего воздуха. Разбуди чувства всплеском персикового чая свежей фрезии, окутанных молочно-белым мускусом. Фрезия вроде была в этом... как ее звать-то? В Пурбланке или в Саммерлайте. Ну да, я не могла нормально открыть коробочку, да? Прикольно. Я не знаю вообще, у меня был когда-нибудь пур или нет. Пюр. Угадала, Лёлька, такой хороший. У меня тут кровь, потому что одна курица, которая кошка, это повисла на руке, короче. Такой вот тут. Он похож мне, сейчас он, я поняла, он мне напоминает эту Blue Light. White Blue. Dolce & Gabbana. А еще этот Summer White, который просто голубой. Я знаю, что Лёля мне положила каталог. Так что вы меня пинаете. Я почти уже с этими заготовками... Ну, я, конечно, не такие супер заготовки делаю, но с урожаем почти уже практически разобралась. Я ему попросмэрю и сама полистаю. Я помню, у меня еще магнитовский журнальчик есть, который я обещала засмэрить. Я это сделаю. Эй, а вот Эйвен. Туалетная вода. Я тогда смотрела, мне Лёля сказала, что там какие-то новинки вышли эти из Summer White. Summer White Rio. Прикольно пахнет. Я еще сегодня к тому же не прыскалась. Желтеньким таким цветом пахнет. Спасибо большое. Буду юзать с удовольствием. Я знаю, что мне не все эти Summer White подходят. Но вот, ну, как бы пальцем в небо, но очень в точку. Толстенький каталожек. Я тебя 100 лет не видела. Полистаю с удовольствием. Кстати, это каталожик октябрь 21 года. Так, у нас тут ДАВ. Для питания и увлажнения. Одна четверть увлажняющего крема. В общем, я так понимаю, что это мыло, да? Крем-мыло ДАВ. Красота и уход. Круто. Спасибо большое. У меня еще есть пара кусочков мыла от Лёли из этого, из какой-то там ее посылки. Такие большие. Детские. Одно я как-то уже уделала, а два еще остались. Я с удовольствием его заюзаю, а потом еще те. Еще мыло. Цветы весны, подснежник, весна, натуральное мыло. Очень круто. Спасибо большое. Вот. Можно даже вот это открыть и Вот это. Это мыло у меня уйдет по скриптуму к тому ролику обзору на уход моего октября. Если что, тут кошка дерет эту картонку или что-то в этом роде. Что ты вообще дерешь, коза? Она дерет ту коробочку, которая внутри этой коробочки была. Короче, она у меня, вот это мыло мне пойдет на уход на октябрь, в довесок к тому Ифрашевскому, которое было в уходе заявлено. Так, это что такое? Эванка, увлажняющая лавандовые сны. А, увлажнение лавандовые сны, крем для рук, для всех типов кожи. Круто, спасибо большое. У меня как раз это... С кремами-то немножко туговато, ну, в смысле, мало их остается. Тут. Так, эти гелики пошли. Айвен Сенс с клубничной мишли с ароматом клубники со сливками, гель для душа. Круто, я даже не знала, что в Айвене такие гелики пошли. Алиса, ты как это, первый раз видишь, как хозяин распаковку делает. Не надо ни... Да, я потрогала крем. Она решила облизать мой палец. Она почему-то очень любит облизывать мне руки, когда я кремом помажусь каким-нибудь. Одна подружка говорит, что девочка-девочка. Ух ты. Релакс-терапия с ароматом эвкалипта и камфоры. Гель для душа. Такой красненький цвет. С натуральным экстрактом. Avon Senses. Восстановление и расслабление. Я пока еще не знаю, но какой-то из них тоже пойдет на уход этого месяца. Вау-вау-вау. Драгоценные масла. Белый персик и ванильная орхидея. Крем-гель для душа с маслом макадамии. Большущий гелик. Я не выдержу, я сейчас его понюхаю. Обалденно пахнет. С удовольствием буду пользоваться. Спасибо тебе, Лёлечка. Так, эссе. Ва.
Вишневый коктейль, спелая вишня, гель для душа. Я не знала, что в Avon есть вишня. Я знала, что в детский крем, фу, гель есть вишневый, этот детский шампунь, что ли, фиг знает. Я его как давно покупала из детской серии, чисто для меня. 37-летняя Лёлька. Ну, тогда мне было чуть меньше, чем 37, но не суть важно. Avon Senses, ягодная коллекция. Я, кажется, знаю, что я в этом в октябре буду юзать. Как гель для душа. Откройся, я хочу тебя понюхать. Обалденно, он пахнет так же, как вот детский, вот я не знаю, сейчас еще выпускается, это детская серия, там, шампунь или гель, ну, какое-то там детское средство для мытья волос или тела с вишенкой, вот вообще, вот черешенка такая. Мне что-то в этом году так получилось, что я вишневое варенье не сварила, но зато у меня есть гель для душа с вишенкой, зеленое яблоко, Avon, круто, пена для ванн, спасибо большущее. Еще, кстати, одна пена для ванн, не поверишь, зритель. Сладкие сны. У меня, правда, вода горячая, течет такой тонюсенькой струйкой, будто бы я на пятом, а не на первом этаже. Зачем ты ножик так амуниздишь, а? Ну, вот что за кушка? И чтобы налить ванну, надо приличненько подождать. Но я заранее подготовлюсь. Я тут принимала как-то ванну, уже делала. Приехала, когда 4 сентября из деревни, замерзла, как вообще не знаю кто, и сделала себе ванну, правда. Что-то я так поздно собралась, в итоге где-то часа в 3 ночи я лежала в горячей ванне, согревалась. Но счастье есть, уже дня 2, наверное, с лишним, как у меня. Наконец-то снова включили отопление в ванной, а так у нас на механке такого не было, в цветочном, где я нахожусь уже почти 4, наверное, года, так, 19-21. Да, вот 4 года в следующем году. В ванной круглогодично эти самые, блин, как звать-то их, батареи горячие. Так, огромный-то какой. Avon Naturals с витаминным комплексом, 2 в 1. Шампунь ополаскивает с ароматом цветка лотоса и базилика. Мне Лёлечка такую же дарила, мне очень он нравится. Даже когда-то сама в Avon заказывала, но тут огромный такой вообще. Флаконище 700 миллилитров. В общем, очень круто. Большущее спасибо. Так. Когда тот закончится, буду этим пользоваться. Ну, тот, который на уход заявлен. Avon Naturals. Бесконечная свежесть. 2 в 1. Шампунь ополаскивает. Имбирь, манго. Я такой не пробовала, но Лёля мне его советовала. Вот. Теперь с удовольствием заюзаю. Так, Исы. Чё ты там все пытаешься сожрать или разорвать? Курица. Еще мыло. Медовое питательное мыло с липовым цветом очищает, успокаивает чувствительную кожу. Круто! Вот этот завод братьев Крестовников, у меня как раз 2 куска этого детского мыла от Лёлечки еще лежит. Вот именно их. Так, Иси. Ой, я еще вижу мыло. Райский сад с ароматом экзотических фруктов и пиода. Романтичный райский сад. Эван. Круто. У меня уже тут 4 мыла. Еще тут я сейчас вот это разверну, а потом мелочь всякую покажу. Ну, в смысле, мелочь это. Ну да, Лёля, чтобы нормально вскрыть-то никак. Маленький момент прерывался. Короче, у нас тут кошка буйствует. Фаберлик. Круто. Средство для мытья посуды, лесная малина. Вот. Так, давай, доставайся. Мыло для кухни, устраняющее запахи, красный гранат. Супер, супер. Какая-то маленькая штучка. Сейчас ее достану. Средство для чистки плиты духовок. Круто, обязательно попробую. У меня как раз вот заодно есть вот духовка, которую надо бы почистить. Все пытаюсь чем-нибудь, но как-то все безрезультатно пока что. У меня тут маленькие замилочки проходили. Короче, зрители, я сейчас уже просто достала из коробки. Не очень удобно держать, кое-кто тут пытается прыгнуть на нее. У нас тут Avon Legend Cream. Помада. Во! Я ее вскрыла, я поняла, как это делается. Прикинь, какая вообще золотая упаковочка. Крутая. Клёво намазывается.
Классный такой цвет, я еще сама-то не намазюкала сейчас. Ну, как бы зеркала нет, я бы тебе намазюкала сейчас себя. Тут еще вон это, я ее уже слегка вскрыла. Марк. Ух ты, красный лак. Красный лак. Ну, он не совсем по цвету вот этого, но прикольный красный лак. Буду мазаться. За СМР у тебя журнальчик и намажусь как раз им. Спасибо, Лёлечка. Так, еще тут что-то такое. Ультракремный. Тоже помада от Avon. Мне так прикалывало, так пшик, и отодрал. О, вот в таком подобном флакончике мне Лёля уже присылала одну помадку. Розовую. Сейчас узнаем, что это. Кстати, вкусно пахнет. И так легко это наносится, учитывая, что у меня тут слегка шрамы от кошки. Очень классный цвет. Классно наносится вообще так. Реально крем. Спасибо большущее. Так, вот на кровать все это складывается. И еще одна штучка. Avon. Гель. Шайн. Сейчас узнаем, что это. Ух ты! Сделана во Франции наклейка. У меня тут два лака. Куда я тут его уже убрала? У меня тут два лака. Прикольно. Такой один, как кирпично-красный, а другой такой ягодно-красный. О, круто. Кисточка прикольная. Обязательно буду пользоваться. На обзорчиках показывать, на ноготочках лак. Спасибо большое, Лёлечка. Замечательная посылочка. У меня еще эти коробочки теперь. Есть чем кошке играть. Я шуршу, а она вот так это смотрит на это все. В общем, у нас тут и духи есть, и мыло, и вообще все-все-все. Есть чем плиту помыть, и посуду помыть, и руки помыть, и тушку помыть, и голову помыть, и вообще все в ажуре. Спасибо тебе большое, спасибо вам, зрители, за просмотр. Всем при... как вам? Хорошего настроения. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.